Минута молчания холодным осенним утром. Реквием по отцам, друзьям и супругам. Мужчин, погибших на поле боя в селе Алешкино, увековечили на Аллее Героев. Это водитель мотострелкового полка, рядовой Юрий Краснов, и старший стрелок-зенитчик, сержант Андрей Краснов. Эти парни – однофамильцы. Андрей Краснов окончил Алешкинскую среднюю школу. Будучи истинным патриотом, всю жизнь он посвятил служению Родине. Многие годы он проходил воинскую службу по контракту, участвовал в боевых операциях. С началом СВО Андрей не мог остаться в стороне, хотя уже был близок к оформлению пенсии. Но когда он получил вести о гибели товарищей, решение было принято немедленно. «Пора», – сказал мужчина своей матери и отправился на Украину. Он собирался заняться мирной жизнью, но погибли его друзья, ребята из 31-й бригады. И он им пообещал на могиле, что он обязательно отомстит. Мы сначала пробовали его отговорить от этого шага. Но он ответил четко и ясно: «Мама, кто, кроме нас, сумеет это сделать лучше?» Очень тяжело пережить горе. Но я очень благодарна, что рядом со мной были родные и близкие. Андрей погиб 8 февраля этого года. До отпуска оставалось несколько дней, но судьба распорядилась иначе. Мы были в шоке, мы не ожидали. Потому что мы 1 марта... У него было уже 6 месяцев, и мы его ждали в отпуск. Поэтому было это очень неожиданно. Юрий Краснов родился в селе Алешкино. До мобилизации в зону специальной военной операции работал водителем. Вместе с супругой Татьяной растил 3 детей. Погиб при исполнении воинского долга 10 ноября 2022 года. Он был очень отзывчивым человеком, веселым, любил жизнь. Служил в Южном военном округе. В мотострелковой роте. Вот. Все, что знаем о нем. Из зоны оттуда он звонил нечасто к нам. Если звонил, то на несколько минут только мы с ним общались, вот по несколько минут. Молодые сильные воины, которые точно знали, ради кого они ушли сражаться с коварным врагом. За героизм и смелость, проявленные в бою, Юрий и Андрей Красновы награждены орденами мужества посмертно. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.